привет, друзья! Большой привет, друзья, из Австрии, на связи Лена. Сегодня у нас 16 сентября, пятница, и мы сегодня с Францем опять в дороге, и мы направляемся в сторону Панан-Хальма. Это венгерская деревенька, маленькая такая, небольшая, там примерно где-то около 5000 жителей, недалеко от Вены, где-то сколько километров? Да, где-то примерно 140 километров, ну и от Вены где-то, если по автобану ехать, полтора часа, может быть, чуть-чуть побольше. Мы ни разу с Францем там не были. Эта деревня известна тем, что там находится один из старейших монастырей Венгрии, Бенедиктинский. Да. И, ну, известен тем, что в свое время посещали такие известные личности, как патриарх московский и всея Руси Алексей II в 1994 году. Ну и был там в 2000 году Далай-лама. Ну вот мы с Францем и вместе с вами присоединимся к этим известным личностям и поедем посмотрим, что же это за тысячелетний бенедиктинский монастырь, который венгры называют сердцем Венгрии. Так что, друзья, приятного вам просмотра и путешествий вместе с нами. Автобанная виньетка, да, венгерская. Вот мы ее купили на 10 дней. Вот мы ее и в машине так оставим. На всякий пожарный еще случай. Мы нашли вот парковочное место, так и не поняли, нужно за парковку платить или нет, никакого указателя нет. Посмотрите, народ приехал из Словакии, румынские номера, венгерские, даже из Германии. Но... Вот, друзья, план. Большое спасибо, молодцы венгры. Так, вот здесь известная базилика, библиотека такая вообще обалденная. Так, этот сад травный, лаванду уже вижу. Да. Такой счастливый. Да. You can go to the second floor with the elevator. Yeah. Then there is a wooden bridge. You have to go across. Да. Вот, друзья, мы можем на здесь приехать. Веркли? Das ist richtig. Nicht nur Face-Up-Table. Ja, Face-Up-Table. Да, можно доехать на лифте. Information Desk, und hier gibt's ein Cinema Room auch noch.
Да, мы можем доехать половину пути на лифте, слава богу. Tickets kriegen wir oben. Ja, да, билет купим наверху. Genau. Так, мы с Францем идем через этот мост. Да. В общем-то, можно было дойти и пешком, можно было воспользоваться лифтом. Мы им и воспользовались. Два лодыря. Да, мы с Францем, как всегда. Умные герои идут всегда в обход. Так и мы с Францем. Франц взял дрон, так что будет еще замечательные виды этого замечательного монастыря. Так что, друзья, мы сегодня собираемся вас удивлять. Налево пойдешь, евро найдешь. Вас? Линден. Линден, да. Франц говорит, что это липа. Представляете, когда она цветет, какая здесь красота. Да. Вот и здесь информация, что можно из липы и чай сделать, и мед получить. Но мы это тоже знаем. По территории монастыря можно ходить бесплатно. А вот если посещать библиотеку и базилику, здесь вроде как и музей есть, это стоит денег. Ты что? Deutsch und Englisch book? Deutsch. Danke schön. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. На нас двоих 4040, 4400, да? Ja, 2400. А wie viel? 4400. Ja, 10 Euro, knapp, bisschen mehr. 42, ja? На двоих где-то примерно 10 евро. А, это остатки. Смотрите, с 1220, 1230. Это какая-то вот штука, Wasser. Не вижу ничего. Wasser. Не вижу ничего. Но это, наверное, какая-то от этого, от фонтанчика. А монастырь был построен в 996 году. Да, вот мы на лифте сейчас поднимемся. Обленились. Фауль. А, что мы кем она в кровать говорит? Ага, ну что, это с аудиокет, как вас тихо. А вон даже какой-то батюшка экскурсии проводит. Друзья, сказать, как это красиво, это ничего не сказать. Посмотрите, какой домик, а? Представляете, какой вид? Как видно. Друзья, хотела бы еще что сказать, что Панахальма не только старейший, но и крупнейший монастырь в Венгрии. Сейчас монастырь остается действующим, на его территории постоянно проживает около 50 монахов, но туристам можно посмотреть монастырскую библиотеку, действующую гимназию, сад, винные погреба, а также побывать в базилике святого Мартина, построенной в 12 веке, что мы сегодня и сделаем с вами. Так что, друзья, вперед! Да, друзья, мы идем в базилику. Auf jeden Fall Latein. О, представляете, с павлином. Красота-то какая. Смотри, ручка какая. А? Да, какая ручка. Ну, гейм.
Как эта ручка такая интересная. Ага. А, когда дверь открываешь, она стучит. Но это типа мы пришли. Епископы и священнослужители носили вот эти вот кольца, или это принадлежало так вот к их одеянию. Ух ты! Представляете, какая красота! Ну, это чисто католическая церковь, это базилика Удеркирха. Представляете, вот этот круг, прям как луч света в темном царстве. Можно пройти, спуститься в один конец, а выйти в другой. Но тут, правда, темно. Да, это какой-то, мне кажется, склеп. Извините, я не вижу. Пакс на боден. Да-да. Фрида. Фрида? Фрида. Фрида – это мир. Да, и вот с другой стороны мы вышли. Хочешь полежать? Там, друзья, это орган. Но службы нет, он закрыт. А Франц, как тебе эта базилика? Мрачно. Мрачно? Мне тоже. Вот как-то мрачновато. Друзья, двери красивые. Встретили сейчас с Францем батюшку местного. Очень такой серьезный дядечка попался. Даже здрасте не сказал. Мы с Францем ищем библиотеку. Ой. Вы представляете, друзья, какая красота. Здесь какой-то отдельный алтарь. Вас Икла. Франц говорит, почему здесь женщина полураздетая? Weißt du, was ich glaube, Taufen? Я не думайте, что здесь ее крестят. Мне кажется, она крестит. Смотри, чаша. Да.
Мне кажется, ее просто крестят. Франц, вот у него всегда шмуц и гагеданка. Да? Ну, я. Да. Я ganz begeistert. Я. Вот. Матерь Божия. Группа. Jetzt gehen wir hinter den anderen. Старина. Да, старая часть. Или какая-то часть старой колонны, что ли. 1220. А, точно. Да. 1220 год фрагмента. Вот так. Прикоснулись к старине. Так, идем в библиотеку монастыря. Ух ты! Irgendwas. Uralte Schrift. Da, da. Das ist sie ganz. Aus 1090. Так, а 1090 год. Это 1001. Да. Вот какой, как раньше писали, 1000 лет назад. Библиотека шикарная. Красоты необыкновенной. Так, друзья, еще одна древняя книга. Здесь сделана копия этой книги. 1511-1516 год. Орган. Да, 1740 года. Кстати, его можно переносить. Где-то мы здесь ручки видели. Да. Weißt du, was das für Ziehen oder Tragen? Да, только с одной стороны эти ручки. Может, его как-то двигали. И глобусы. Так, а это король Сан-Штефан, я? Да, 900, irgendwas, друзья, не вижу. Библиотека супа. И глобус. Leider ist das nicht der Globus zum Beispiel. Ага, это часть, да? Bananenhalma, ja? Ja, ja, Bananenhalma. Ага. Steht in Englisch. Und weil das so eine bemerkenswerte historische, kulturelle und architektonische Wert hat, ist das zum... Von UNESCO, ich glaube. UNESCO да, ну это вот поминальная такая это доска, или напоминальная доска, да, что это... Этот монастырь, да, принадлежит под эгидой ЮНЕСКО, скажем так. Да, ЮНЕСКО, да? Да, культурная ценность. Это в 1996 году, да? Ага. Вот, признали. Да, да. Мы едем в сторону Вены,
осталось 60 километров, и мы уже будем дома. Хотела бы сказать на прощание, что монастырь нам понравился. Понравился монастырь? Очень. Вот Францу очень понравился монастырь. Действительно прекрасное место и очень такой самобытный монастырь. В следующий раз, я надеюсь, мы доберемся с Францем до маленького венгерского городка Гюэр. И мы с Францем выучили, как на венгерском будет спасибо. Франц? Кюэш. Вельхи кюэш. Кюэс. Кюэс. Я сам слышу по-кюэсу. Выучил. Он говорит, пока я говорила, он забыл. Вот так вот. Ну что, друзья, всем хорошего настроения и до новых встреч в эфире. Пока.